here, and today we're going to be listening. Oh, it's cool. I won't introduce myself, no. Hi, I'm Nick, by the way. Yeah, nice to be here. As you were, I'll just, you know, I'll sit down and shut up. Come on, keep going. I thought you were going to do that. No, go on, as you were. Are we going to? Come on, we have to laugh a little bit. Okay, well, today we're going to be listening to some Russian music, right? Well, it's good to be back. Лет прошло, все о том же, гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то, скоро рассвет. Выхода нет, ключ поверни, и полетели. Нужно вписать чью-то тетрадь кровью, как метро полетение. Выхода нет, выхода нет. Где-то мы расстались, не помню, в каких городах, словно это было в похмелье. This is very 90s, isn't it? Yeah. Идут поезда, исчезая в темном тоннеле. Лишь бы мы проснулись в одной постели, скоро рассвет. Выхода нет, ключ поверни и полети. Very 90s. Yeah. Quite typical. I think like English and US songs had the exact same sort of music videos in the 90s. Yeah. Выхода нет, выхода нет. Пройдет все о том же, гудеть проводам, все того же ждать самолетом. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Лишь бы мы проснулись с тобой в одной постели, скоро рассвет. Выхода нет, ключ поверни и полетели. Нужно писать в чью-то тетрадь кровью, как метро полетение. Выхода нет, выхода нет. Выхода нет, выхода нет. Well, I'm pretty lost for words on that one. It's very 90s. That was the deep one. I know it was a deep one. About the no exit. Yeah, I'm a bit lost for words. It's not like me. Usually I've got a lot to say, but very 90s. I think that this song was touching a lot of people at that time, and they could relate to it and like really feel the pain of what was going on, and. Thank you.
что было набело, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель и даже не средство, не новое, а заново, один и об одном. Дорога — мой дом, и для любви это не место. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. Make me want to go out and party, then this one makes me want to go home and cry into my pillow. Yeah, emotional song. Yeah. I like the way they use the instruments, recorded, nice recording. Like I say, you need to be able to appreciate the lyrics probably. It sounds sad, it feels sad, it's just... Yeah, nice musical build up, nice instruments, yeah. Yeah. Thank you.
Говорят, одежду шьет, занимается стрипней какой-то. Решила вдруг зайти ко мне. С чего это? В 12, считай, ночью. Объявилась вдруг, что ж она хочет? Ну пусть только заикнется об этих двух. Рот свой откроет тут в прихожей или позже на кухне. Да как она может вслух при мне говорить такое? Хотя нет, наверное, там что-то другое. Первый, ну не знаю, чисто цивильный, жирный. Заточка, как в американском фильме. Доход стабильный, устроил ее в фирме. Поднял зад и побежал в ювелирный. Второй это вообще прозрачный свитерок с вырезом. Полупидорок такой, гелем вылизан, кремом вымазан. Откуда вылез он? Из книги редких видов выписан. Пусть только заикнется об этих двух. Чей-то брат, кому-то просто друг. Не переношу на дух. Веселая компания, ребята, короче, все понятно. Очень приятно, блядь. Так что я завожу себе бред. Прошло уже 100 лет. Слышал, что одежда какая-то там, фирма, еще кулинария в кафе. Чё, молодчина, значит есть лаве, значит есть порядок в голове. Хуже ж никому не станет, воспоминаний их хватит. Этих нежностей, грубости, всякой ерунды в сущности. Было время, жил внутри таких глупостей. Встреча состоялась напряженная, восстановленные клетки были вновь поражены. Претензии застали врасплох, слеп, глуп, туп, скуп. The way they sampled that riff in the background of the tune is sick. Yeah. I like the beat, proper old school style. That little piano in the background of the song. Yeah, that's nice. I didn't know that they had diners in Russia. I'm pretty sure they have restaurants. Двери с грохотом, соседи с ропотом. Снова вот она, стекли держать будет, кто потом? А ведь не так сильно сейчас, отвечаю шепотом. В прошлый раз вы помните? I bet you've caused a few scenes like that before, haven't you? In a restaurant. Seems like something you'd do. Maybe. Yeah, I thought you might have. Yeah, nicely sampled old school hip hop beat. Nice lyrics over the top. Looks like very classic love story. At the background, a couple fighting. Yep, we all know about that. True and well, don't we? Yeah. But yeah, nah, decent tune, decent beat. Liked it. Yeah. I like that one a lot. Yeah. Do you want us to talk about which one was our favourite? Definitely. Okay. Yeah. Now, out of all the three, the rap one was definitely my favourite. I could really appreciate the beat. You know, the lyrics, the flow, the video, it just like reminded me of growing up a lot. So yeah, relatable. I think that was the most relatable one. But I think I can see that maybe the first and second one would be something that, you know, that Russians could really relate to, like brings them back to some really dark times or like sad moments or something like that. Like maybe something that we could not understand fully, but I can appreciate the art behind it. Yeah, I can appreciate the art behind all of them. Yeah. You know, especially with the second one, I like the music a lot and the way they use the instruments, all good music. And even if you translate it, it's not the same. So, you know, you can't really, as far as I know, Russian is the language that's not translatable really to other languages, not that well, so yeah. So I'm Miley. I'm Nick. Thank you very much for watching. Please subscribe, like, share and comment. Yay! See you soon, guys. Take care.